В этой рубрике программы речь пойдет о праве наследования, сделках и распоряжении имуществом. Телезрители Валерий интересуется. Я сдаю квартиру в аренду по нотариальному удостоверенному договору. Передает ли нотариус налоговую службу информацию об удостоверенных договорах аренды? Согласно норм налогового кодекса, нотариус передает налоговый орган информацию об удостоверенных договорах дарения и выданных свидетельствах о праве на наследство. Кроме того, органы государственной регистрации прав, это Росреестр, передают также в налоговый орган информацию обо всех зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. Поэтому в случае, если право аренды зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости, такая информация будет передана в налоговый орган, органам регистрации прав, то есть Росреестром. На нотариуса такая обязанность передачи информации о заключенных договорах аренды не возлагается. Ваши вопросы мы ждем по телефону 8 8692 88 51 03.